Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию. При этом глава государства поручил уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности в период пандемии. Уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Я очень прошу Эллу Александровну и Анну Юрьевну уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.